Привет, друзья, мы в эфире. Сегодня рад вам представить по-настоящему революционный продукт для ввода земель в эксплуатацию. Трактор New Holland с фрезой завода Суакони в Финляндии. Фреза называется Mary Crusher MGS 241 STG. Давайте познакомимся поближе с данным продуктом. В данной конструкции у нас используется фреза, рабочая ширина захвата 2 метра 41 сантиметр. Максимальная рабочая глубина у данной машины 25 сантиметров. В комплектации толкающая рама или валочная балка, как ее называют финны. Посмотрим гидравлический ролик в задней части трактора. Обратите внимание, у данной фрезы тип вращения up-rotation, то есть она вращается по ходу движения трактора. Сделано это таким образом для того, чтобы фрезе не сложно было работать с пнями и с крупными фракциями древесины. Отличительная особенность данной машины – здесь стоит гидравлическая муфта POC. Из плюсов еще стоит отметить, что система у финнов модульная. То есть, если у вас появился трактор мощностью больше 200 сил, например, 350-400 сил, то вы можете с обратной стороны фрезы установить второй бортовой редуктор, собственными силами, не прибегая к помощи завода. Здесь будет установлен редуктор, еще один кардан и еще одна гидравлическая муфта POC. И машину уже можно использовать на тракторах мощностью 350-400 лошадиных сил. Замена резцов на данной фрезе будет обходиться конечному покупателю гораздо дешевле комплектов аналогов других европейских производителей Fiat, Seppi или Ahve. Стоимость комплекта резцов колеблется в районе 1000-1500 евро. У сторонних производителей это будет минимум в 3 раза дороже.